Итак, снова здравствуйте. Музыка, оказалось, играет, но я, короче, затупил. Я очень сильно затупил, и я, в общем-то, стыжусь этого. У меня прервалось видео. В общем-то, я постараюсь, наверное, его как-то склеить. Я не помню, как я это обычно делаю, но как-то я это явно умею делать. Да, вот у нас кактусы растут, но на самом-то деле можно было вот эту вот штуку на самом деле ниже на один сделать. И то есть ферма была бы еще компактнее. Я только сейчас это понял. Ну и ладно. Ну и хрен с ним, как говорится. Будем, значит, первый этаж делать в два высотой. Это, конечно, более накладно немножко, но... Ничего страшного. Нету. Так, так, так и так. Когда уже все кактусы повырастают? Это вопрос, на который я не знаю ответа. Так. Вот так удобно. Угу. Теперь в эту сторону. Что это за хрень? Мы так не договаривались. Эта ферма уже камни, а не кактусов, получается. Угу. Строим здесь. Ставим сюда булыжничек. Фух, очередной бессонный день. Бессонный день. Как будто выбывают сонные. Так. Так, 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 так. Все. Пора прервать мучения этих камней. Пора их разбить нафиг. Вот и все. Ой, этот не надо разбивать. Хотя, в принципе, можно было бы, но не хочу. Все. Здесь мы все абсолютно сделали как надо. Где у меня тут эти лестнички? Нужно их сюда поставить, чтобы спускаться хотя бы можно было. Ну и, собственно, вот такой результат. У нас фермочка небольшая. Пока что совсем она невелика, но когда-нибудь она станет очень-очень большой. Сюда можно сразу камень, пусть он все поглощает. Также, что еще? Давайте законцамим этот песок, чтобы его выучить. И мы сможем еще песок делать. А кактусы, интересно, сможем сделать? Нет, не сможем никогда мы сделать кактусы. Пусть он собирает материю. Хотя нет, пока что не надо. Пусть он не собирает материю. Кстати, а вот это... Почему Productivity Upgrade у меня отсюда убрался? Какого хрена я его убрал? Так, сюда, значит... Сюда, все это сюда. Вот это тоже все сюда. Этот алмазный хрен знает что тоже сюда. Угу, и наш великий тростничок. Давайте его пособираем побыстрее. Так, 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 так.
Нужно здесь полблоками вокруг покрыть, чтобы тростник, в общем-то, не падал в воду. Я помню, я таким тоже занимался. Но это все будет в будущем. Сейчас мне некогда этим заниматься. 44 тростника. Это совсем неплохо. Так, ну... Теперь что, опять пойдем где-нибудь майнить? Или же пойдем за эндерперлами куда-нибудь в данж? Но в данж, я думаю, не стоит идти, просто потому, что у меня нет полной железной брони. Да и вообще. О, овца! Стоп, овцы, овцы! Это значит, что у меня будет шерсть бесконечная. Нужно срочно сделать стрижилку для овец. Шерсть это же тоже блок, и то есть мы сможем мутить шерсти сколько нам захочется. Если много раз подстрижем одних и тех же овец. Так, овец. Овец, иди сюда, овец. Не лагай, овец. Я ведь не лагаю, чё ты должен лагать? К тому же шерсть тоже стоит, по-моему, по 8 материи. Ну, будем считать это материей. Собственно, вот эту вот единицу измерения материи. Это не странно. Так, а там лошадка. Вороной конь, видите, черненький такой. Когда-нибудь я его себе заберу. Да тут вообще как-то живности многовато даже. Овец. Всего лишь две шерсти такого цвета, которого мне нужно. Фигово. Но, в принципе, у нас есть кровать, что уже хорошо. Также нам нужно хотя бы из кобылы какую-то будку построить. Ну, потому что, вы посмотрите, здесь рядом на нас может кто угодно напасть. Вот это как бы мы могли бы и закопать, но сначала нужно осветить перед тем, как закапывать. И можно теперь закапывать, собственно. Вот так вот построим. Капец, на 15 FPS, вы представляете? Это как надо так насиловать компьютер, чтобы он выдавал в Майнкрафте 15 FPS. Особенно мой. Ну, учитывая, что и музыка играет, и бандикам работает, в принципе-то оно... Да, может оно так и должно быть. Мне почему-то все равно не верится. Так, сюда, значит, ставим. И вот это тоже все надо позакапывать нафиг. Так, 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 так. Замечательно. Замечательно. А кирки-то у меня нету, давайте скрафтим каменную хотя бы. Не хочу я железо тратить. Железо дорогое. Потом его будем тратить, когда у нас будет бесконечная материя. С помощью... Ну, у нас она уже и сейчас бесконечная. Интересно, сюда что-то уже нападало? Нет, вроде еще не нападало нигде. Ну да, они долго растут. Тут надо огромную ферму, чтобы постоянно кактусы падали. Но все же начало уже положено. Ферму я буду расширять. Возможно, даже вне видео. Нарублю там кактусов в пустыне. Они все равно в пустыне не нужны. Да где они вообще нужны, эти кактусы? Так, ну и нужно же, собственно, как-то огородить все. Мы ж не зря здесь строим вот эту вот стену. То есть мы ее строим зачем-то. Здесь даже окошко сделаем. Да, я знаю, что это коробка. Но пока что нам нужно чисто... Я боюсь просто, что монстры где-нибудь появятся. И вся такая фигня. Шпили-вили.
Вот так вот мы сможем смотреть, короче, на солнце. Чтобы, типа, когда солнца нету, то значит, пора уже нам спать. Спатки пора. В тот данж я полезу, когда мне нужны будут эндерперлы и остальное говно. Скорее всего, это будет скоро. Когда у меня будет бесконечный генератор чего-то там, я начну заниматься оптимизацией. То есть материи вот это, не чего-то там, а именно материи. Офигенный домик, согласитесь. Ставьте лайк, если вам нравятся такие домики. Коробки из кобылы и камня. Люблю я подобное строить. Я же парадигма, что вы от меня ожидали? Что вы еще могли ожидать от парадигмы? Вопрос. Тут можно, кстати, вот так вот убрать и вместо этого здесь поставить. Прямо напротив криперов буду спать. Ну что, там овечки ошерстились уже? Давайте побежим и с овечек сбреем что-нибудь. Нам нужно 20 белой шерсти, чтобы бесконечно потом шерсть делать. Можно было, и тогда нам не будут нужны овцы, и можно будет их убить. Наверное. А вдруг они нам еще пригодятся? Я не буду их убивать. Не хочу. Не хочу, не буду, не хочу, не буду. 6 шерсти. 6 шерсти это уже очень хорошо. И она, по-моему, даже стоит довольно-таки дорого. Но все же. Я не понимаю, почему меня так лагает. Вроде же ванильный майн, ничего такого опасного вокруг нет. Или может есть, просто я не замечаю. Что-то, наверное, опасное есть, раз лагает. Так, так. Кстати, крышу тоже нужно осветить, иначе там будут монстры спавниться. Или покрыть ее полблоками. Но я думаю, лучше осветить. Освети ваши там крыши, хаупы и все остальное. Это замечательный мир с сидом на 3 буквы. Он просто великолепен. Заметьте, насколько велико его великолепие. Так. 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 Нам также нужно, наверное, сделать это. Ой, у нас уже закончилось кое-что. Ну ладно, кое-что мы можем натыпать. Как мы его можем натыпать? Да просто... А, всего лишь по 8. Ну, по 8 это мало. Хотя для нас хватит. Давайте вот это вот намутим. Вот так вот примерно. Кстати, у меня куча тростника, я могу его тоже скормить. Нашей машине великой. Так, тут до сих пор нету кактусов. Кактусы, вы где? Вы почему не падаете? Плохие кактусы, фу. Эх, вот так всегда. Строишь ты ферму кактусов довольно долго, а кактусы не падают. Легче уже было этот генератор камня поставить. Он хотя бы быстро работает. Очень даже быстро. А когда-то даже, по-моему, в билдкрафте... Да, в билдкрафте карьер плюс там... плюс генератор булыжника. И получался, короче, бесконечный генератор камня автоматический. Но это когда воронок не было. Сейчас это можно сделать, в принципе, довольно легко. Там, по-моему, в каком-то моде, чилетом,
Забыл, как он называется, этот мод. Скажите мне, я скажу. О, 680, можно железка взять. Но я не хочу железа. Такой вот я привередливый. Так вот, я забыл, о чем я говорил, но мне плевать. Также, блок сена. Знаете, я хочу изучить блок сена, чтобы, в общем-то, жратву добывать себе. По идее, ж можно здесь изучить блок сена? И блок угля можно изучить, в принципе. Почему бы и нет? В общем, сделаем блоки угля, и будет блок угля у нас. И будет круто. Тут, короче, поставим светяшку и закроем это все нафиг. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Тут, значит, поставим вот так вот и вот так вот. Замечательно. Здесь у нас в будущем будут интересные очень вещи. А-а-а! Меня закрыли. Боже мой. Так, тут пол заменим таким вот, такой вот вещичкой. А здесь сделаем вот такое окно. Почему бы и нет? И здесь сделаем окно. Так, раз, два, раз, два. Ну вот и все. Но правда, это все надо было сделать выше. Да, реально нужно было это все сделать выше. Так, ну теперь хоть что-то сюда упало. Я надеюсь. Ну какого хрена? Расти, расти, кактусик. В общем, да, нужна очень большая ферма, чтобы тут, в общем-то, получать какой-то, какую-то довольно большую прибыль. Так, значит, раз, два, три, четыре, и пять, и шесть. И здесь теперь можно все поудалять нафиг. А также я не против спуститься вниз и там что-нибудь замутить. Но здесь, смотрите, железо есть. Вот железо я хочу тоже очень сильно. Я тебя хочу, железо. И, кстати, железную руду вообще абсолютно невыгодно изучать. Я ее, наверное, не буду изучать. Я зря там спалил несколько кусков железной руды в начале игры. Так. Так. Итак, все замечательно. Теперь мы можем здесь где-то замутить вот такую вот штучку.
Так, так. Ой. Чё ж ты... Как вот? Как он поставился вот таким образом? Кверху стороной. Это ж вообще немыслимо. Угу. И тут тоже ставим, чтобы не падать. Чтобы бегать и не волноваться ни о чем. Замечательно. Тут довольно-таки просторно. Можно вот так вот спускаться, подниматься назад и так далее. Можно даже вот так вот поставить. Ну, не совсем так. Вот так вот. И с этой стороны тоже ограничить. Чтобы удобно было бегать. Ой, что-то... Блин, чувствительность низкая. Ну, конечно, при 12 FPS еще чего. Чувствительность будет высокая. Has learned to create песок. В общем, я научился делать песок. Это так как-то переводится. И здесь мы делаем вот так вот. Раз. Ой. Да ну хватит уже! Да ну хватит! Убейтесь! Убейте ступеньки. Убейте себя. Вот и все. Здесь мы все сделали как надо. Можно теперь здесь собрать урожай. Чё ты не собираешься, дебильный урожай? И нужно, естественно, собрать кактусов. Я надеюсь, там еще немножко нападает за это время. И я их буду собирать навсегда. Кактусы forever. Forever and ever. Башня, нафиг. Долбаная башня, ненавижу тебя. Так, и здесь у нас сено. Вот здесь нам нужно 20 блоков сена набрать. 20 блоков пшеницы. Чтобы их потом превратить в какой-то... Во что-то супер чудесное. В общем-то. Ненавижу эти данжи. Как же я их ненавижу. У меня лагает, что с теми улучшенными мобами, что без них. Все это из-за этих данжей. Слишком много в них мобов. Но с другой стороны, как бы, это интересно. А вот с картошкой так не получится. У картошки нету блоков. Поэтому картошка у нас будет дефицитной едой. А вот пшеница, пшеницу мы сможем крафтить сколько угодно. И давайте же посадим заново пшеницу и семена и все остальное. Семена, кстати, тоже что-то стоят. Это хорошо очень. Можно будет их много делать. Так. И, пожалуй, на этом... Нам следует закончить данную серию. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, если понравился летсплейчик. Всем спасибо за просмотр, всем пока. И снова здравствуйте, дорогие зрители. С вами я, Алексей, вы смотрите YouTube канал Парадигм. И мы играем в Майнкрафт. Не бета, а исследовательский какой-то, в общем, Майнкрафт. Великий наш исследовательский Майнкрафт. Да. Тут, короче, у нас какая-то фигня происходит. Но это ничего страшного. Сверху вот этих вот всех вещей мы еще будем делать ферму, но это будет позже. Сейчас мы будем в горизонтали ее строить. И, собственно, да, будем строить ее в горизонталь. Вот и все, что следует нам знать. Так, значит, 2, 3. Чем больше мы ее построим, тем лучше.
Потому что в будущем это нам сэкономит, например, лазание по шахтам. Вы ж не хотите, чтобы я на видео лазал по шахтам? Я думаю, что никто этого не хочет смотреть. Лучше посмотреть, как я строю ферму кактусов, чем как я лазаю по шахтам, ибо это довольно позорно. Ну, в принципе, уже эта ферма рабочая, только кактусов пока что мало. И лучше сразу несколько тут этих ферм сделать. Вот так она выглядит. Вторые этажи тоже довольно легко строятся. Я думаю, эти зря там лестницу поставил, а вот не зря ее там поставил, потому что нам понадобится лазить часто, чтобы строить новые этажи у фермы в те места. Прикол в чем, что в принципе в таком случае, вот в такой конфигурации фермы, кактусы практически всегда падают в воду и их, в общем-то, несет. То есть, что на ту сторону, что на эту упадет кактус, все равно вода его унесет куда надо. И это мне нравится. Так, значит, здесь у нас еще песочек, еще кактусики и все остальные штучки интересные. Так, и это уже последняя, я бы сказал, часть. Ой, не так поставил. Хорошо. Так. Сюда, значит, здесь ставим твердый блок. Можно подумать, бывает мягкий блок. Вот скажите, почему говорят твердые блоки? А, ну жидкости есть, в принципе. Ну уж точно не мягкие блоки. Разве что, если установить мод на говно, то есть в Майнкрафте, чтобы было говно, то тогда будут мягкие блоки. Это будет как раз то самое говно. Так, и вот видите, уже кактус вырос, но следующий уровень, в общем-то, он не одолеет. Все, спи. Спать, я сказал. А теперь вопрос. У меня музыка играет. Сейчас я, короче, вернусь.